Привет, мои дорогие! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Квартира, которую я вам покажу, классная, прохладная, восточной ориентации, с прекрасным прямым видом на море. Вот такой вот вид. Квартира большая, 145 квадратных метров брутто. Имеет 3 санузла, 2 спальни. Кухню, огромный зал, огромную террасу, прихожую, гардеробную и остекленный балкон. И продается по хорошей цене. Квартира точно заслужила вашего лайка, комментария. И смотрим квартиру. 2 квартиры на этаже. И у нас имеется прихожая. Шкаф в прихожей, красивая плитка, отдельная кухня и отдельный зал. Я думаю, что вы это оцените. Посмотрите, какая большая, просторная, красивая кухня. Квартира южной, восточной и северной ориентации. Мне нравится здесь прямой вид на море с кухни. Когда моете фрукты, когда готовите кушать. Много мест для хранения. Большая дружная семья может собраться в этой кухне. Арпач-бахшиш в перспективе газификация. Поэтому вся подводка под газовое отопление здесь уже сделана. Но больше всего мне нравится в этой квартире терраса 20 квадратных метров. Огромная терраса. При желании ее стеклят. Люди здесь уже живут. И превратить можно в настоящую дополнительную комнату. Хотя у нас 9 месяцев лета. И вы захотите наслаждаться вот этим видом, этим бризом. Это, подчеркиваю, восточная сторона. Здесь такой замечательный морской бриз. На террасу можно попасть также с зала. Большой зал. Здесь у нас французский балкон. Большой, полноценный, настоящий зал. Здесь у нас пол-ламинат. Также у нас имеется гостевой санузел. Вот такой турецкий. При желании можно переделать под классический. Спальня детская хорошего размера. Здесь у нас также пол-ламинат. Санузел общий. Порадует вас своим размером. И родительская спальня еще большего размера. Здесь у нас имеется усеченного формата санузел. Здесь у нас имеется раковина и душ. В спальне есть выход на остекленный балкон. Предусмотрено место под стиральную машину здесь. И выход на пожарную лестницу, по сути, обыграли как гардеробное пространство. Вот здесь вот обычно ставят шкафы и целая гардеробная комната. Северная сторона спальни очень удобна для жизни, прохладно, красиво. Дом уже обживается, бассейн запускается, и люди здесь уже живут.
Все детали можно запросить по WhatsApp, телефоны где-то появляются на ваших экранах, либо всегда найдете в инфобоксе под видео. В инфобоксе под видео всегда найдете детали квартиры. Квартира подается срочно по привлекательной цене. Если остались вопросы, пожалуйста, звоните. Приезжайте в Мерсин. Буду рада видеть вас на сцене. Увидимся. Пока-пока.